Закрывай челюсть, смыкай губы, смыкай зубы и... Все. Что-то да, кстати, изменилось. Ну смотри, легче стало. Вот я смотрю, у меня вот мышцы вот здесь начали хватать, то есть защитные реакции. Но стало по ощущениям легче. Угу. Да. Yes, то, что мы добивались. Да. О, да, каблуки, конечно, шалели от такого. У меня аж яснее видеть стал. Сейчас? Да. Да, яснее видеть стал. Да, говорят, это есть... в мозгах раскрывается как бы сознание, да, и да. Это кровь хлещет в мозг, несет кислород с собой, опьянение, да. Такое, может быть, эйфория. Ну, после года застоя это прям уф. Эффект эйфории, да? Угу. Ну, а мышцы просто мы потянули, конечно, не поболят немножко. Да. Давай, наша цель вот эта вот косточка. Да, выше и мешает. Ставь локоть вот так. Угу. И распрямляйся, сам голова висит под собственным весом. Угу. Он болтается, болтается. Ага. Не расслабился. Так, не больно? Пока нет. Все, расслабляйся, расслабляйся. Вот. Ох! Ну там мышца вот тебя побаливает, не дает, не расслабиться. Чуть было. Вот тут не болит было, сейчас? Было хорошо. Нет, не болит. Тут сейчас нет, да? Нет, все, значит, уже было. Значит, все уже случилось. Хип-хоп, ла-ла-лай. С вас подписка, ставь нам лайки. Да, ставь нам лайки.